Расположена сетчатка, благодаря которой мы видим. В ней находится большое количество кровеносных сосудов, поэтому она имеет красный оттенок. Именно этот цвет и проявляется на фотографии. Происходит это потому, что свет вспышки, отраженный от сетчатки, возвращается в объектив фотоаппарата. Эффект красных глаз чаще всего можно наблюдать на фото, сделанных при плохом освещении. Из-за недостатка света зрачок человека расширяется, соответственно, площадь сетчатки увеличивается. Как фотографировать, чтобы избежать эффекта красных глаз? Чтобы на фото не было эффекта красных глаз, необходимо проводить съемку в хорошо освещенном помещении. Осветительные приборы расставляются так, чтобы свет не отражался от глаз и не попадал в объектив. Для этого профессиональные фотографы используют лампы, рассеиватели, отражатели. Более простым решением является использование мигающей вспышки. Перед съемкой фотоаппарат делает несколько вспышек, за счет чего наш зрачок сужается и пропускает меньше света.